Ну что же, друзья, на Windows 10 вышло обновление 21H2, соответственно, 21H2, ну короче, значит, 22H1 должно быть, ну, неважно. На Windows 11 вышло обновление 22000.2.4.3.4. Соответственно, дальше я читал статью, друзья, о том, что обновление, которое называется... Сейчас, секунду, я прочитаю обновление, которое называется KB509.5.4.3 для Windows 10. Вот. И оно вот сейчас, я его скачиваю, сейчас я его установлю. И вот оно, я так понимаю, накопительное обновление 9.5.4.3, да, правильно, вот оно. И, соответственно, я его сейчас скачаю, установлю и, как всегда, проверю производительность до... значит, и после. Вот, собственно, и все. Надеюсь, вам было интересно. Продолжайте смотреть. Сейчас сравним, какая производительность, потому что производительность процессора на Windows 11 подросла на аж целых 8%, что, на мой взгляд, очень именно у процессора AMD Ryzen, что очень-очень неплохо. Я считаю, это круто, поэтому сейчас, значит, ждем, скачиваем, устанавливаем и поехали. Итак, друзья, вот, значит, результаты 3D-марка в предыдущем обновлении Windows 10. Соответственно, вот конкретно какие, значит, баллы. Physics Score 467, Graphics Score 2055 и вот, короче, 1170 баллов. Соответственно, сохраняем сейчас все эти показатели и в следующий раз, значит, обновляемся и проверяем. Ну что, друзья, я переустановил Windows 10 полностью. Сейчас скачал и установил последнее обновление тоже полностью. Мне, кстати, пришло такое напоминание о том, что у меня пока не поддерживает Windows 11. Ну, короче, запускаем тест и поехали посмотрим, что, как, какие баллы наберем и сравним, я их сохранил в предыдущей оценке. Ребятки, это феноменальная разница. Не знаю, предыдущее обновление, видно, плохо работало. И, соответственно, смотрите, разница феноменальна. Вот слева у нас новое, последнее.
И справа у нас старая. Сейчас я увеличу. И смотрите, график score 2055 было, стал 2060. Это ерунда. А вот смотрите, физик score было, друзья, 467, а стало 948. Ну, кстати, здесь у нас просто какие-то программные... Вот я это и почувствовал. Короче, проблемы были с Windows, может быть, связаны из-за этого. Конечно, я думаю, да. Но все равно, смотрите, вот разницу я показал. Вот все как есть. Всем пока, до свидания.